Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, у меня великолепная новость для любителей халявы. Да и в принципе для всех, потому что вам ничего не надо будет делать для того, чтобы забрать себе коллекционную машинку 5-го левела Renault G1. Что необходимо сделать? Необходимо просто нажать «Получить». Вы получаете подписку, в течение 10 дней заходите в игру, просто забираете свои награды, которые будут обновляться каждый день. Ну и соответственно в конце, ребят, вы забираете себе данную машину Renault G1. Это коллекционка, которую вы сможете продать за 250 золота. Продавать или не продавать, там уже сами разберетесь. Поиграете, поинтересуетесь, что за машинка такая интересная. Ну а я же, допустим, не собираюсь данную машину никуда девать и обязательно оставлю ее в ангаре. Причем, что интересно, что даже не собираюсь надевать на нее никакие каму. Потому что то, насколько качественно и красиво она прорисована, ну, не стоит менять, как мне кажется. Что касается характеристик по машине, то здесь вы увидите урон в минуту для 5 уровня в 1400. Это, в принципе, довольно неплохо. Довольно скорострельная машина. Это тяжелый танк. В отношении брони у меня информации нет. Я имею в виду так, чтобы посмотреть и заценить. Потому что то, что пишут нам в отношении технических характеристик конкретно здесь, ну, понять сложно. Потому что неизвестно, где бронирование верхнего бронелиста, где бронирование нижнего бронелиста и так далее. Хотя здесь и листов-то особо нет. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Особенно сложно понять, вот это вот, допустим, комбашня пробивается или не пробивается. Что же касается, ребят, того, что известно, то средняя бронепробиваемость у орудия 128 единиц, что, в принципе, терпимо. 170 единиц уроном, что для 5 уровня довольно-таки неплохо. Ну, а дальше, ребят, когда машину получим, обязательно ее покатаем, затестим. Ну, и каждый из вас примет сам для себя решение, продавать этого малыша-красавца или нет. В любом случае, забрать его точно нужно. По одной простой причине, потому что либо 250 голды себе возьмете, либо машинку. Да и плюс к тому, ребят, вы получаете несколько прикольных, красивых камо. Вы возьмете себе 10 тысяч свободки, возьмете себе X3 и X5, также возьмете себе чуть-чуть, пускай немного, но все-таки серебрянди и целых 5 бустерочков, которые позволят вам, даже если вы сольетесь в 10, господи, в 5 боях, в которых будете использовать, то возьмете по 10 голды за каждый из бустеров, если будете играть на там 9-10 левеле, а значит свои 50 голды все равно получите. Короче говоря, ребят, халява есть халява, и по-моему халяве в рот не смотрят, поэтому я уже оформил подписочку. Ну и теперь дело за вами, сделать то же самое. Главное, друзья мои, не пропустите эту возможность и обязательно возьмите то, что вам отдают разработчики, абсолютно бесплатно. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!